Не, Василий, аркада и РБ это другое. Тяжи в аркаде это норм. А вот в РБ это уже другое дело. Потому что они здесь очень медленные и на них... Ну вот, посмотри. Вот бой. Смотри. 13 на 13. Посмотри, бой 13 на 13. Два тяжа, блядь, на всю команду. Два. На всю команду. И посчитай, сколько ЛТ-шек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь ЛТ-шек и два тяжа. Это, ну, это мертвый класс, на нем никто не играет, блядь. Типа, зачем играть? 34, Т-29. Это он катает, потому что он купил его, а этот, видимо, потому что качает амеров. Все. О, видишь, как бы. Две САУ, остальные все СТ и ЛТ. Вот так вот. Зачем нужен тяжелый танк, который не едет, когда ты можешь взять ЛТ-шку, приехать и убить в борт танки? Тут же, тут решает скорость. Тут чисто решает скорость. В аркаде, допустим, мертвый класс это ЛТ. Потому что их фокусит летка перманентно. То есть на них играть, это либо быть задротом, ну, либо страдать, все. Тут, тут других вариантов нет. Либо играешь, либо страдаешь. А в РБ это тяжелые танки. Потому что тебя убивают ЛТ-шки там, ну, кумулями, в бортом, турами или еще что-то. Ну, тип приехал, уже лес простреливает. Дай-ка. Есть там кто, нет, братан? Есть. Вот один. Ну, вот видишь, вот куда он проехал? Биллинг. Это его первая смерть. Он никуда не проехал. То есть пока он доехал, пока он захватил точку, там уже и вы уже проиграли. Вот, смотри, вот они тяжи. Вон, видишь, вот, вот тяжи стоят. Один, а вон там второй стоит. Да он делся только хуже. Вот они, на тяжелых танках, ребята. Поэтому я говорю. Вот он, дорогой. Такое себе. Ну, хуй попадешь, нормально. Там еще леопард укатил куда-то. Им некуда ехать. О, видал? Я просто убиваю их в борт, потому что они бесполезны. Он может в лоб, да? Но у него нет мобильности на то, чтобы играть на 2-3 стороны. Он же медленный. В аркаде тяжи норм. Привет, Максим. Как думаешь, что полты за морфом будет стоить в пределах 40? Да, где-то 40-30. Где-то так. Плюс-минус в этом районе. Ну, его цена 10 тысяч голды. К голды, вот, вот его цена. Ни больше, ни меньше. И за пару лет он подорожает, возможно, также. Плюс-минус, там, 5-10. Ну, Hellcat, конечно. Да, здесь снова звук поминали, Александр. Ой.
Ой, бля, я очень плохо выстрелил с раскачки. Сука, теперь он меня добьет. Да. Ебать там народу, бля. Ну, слушай, может, они вдавят точку? Там вроде нормальная пачка поехала. Может, они реально вдавят? Пиздец лагает, сука. Вот бомба у него взорвались, капец, фрезы просто идут. Ай, какой ужасный движок, сука. Кстати, если ограничить FPS 60, то этих фрезов нету. Не знаю почему. Ставишь вертикальную синхру, ограничиваешь FPS 60, и фрезов нет, вот таких вот. Это они почему-то, именно когда у тебя FPS высокий в игре, они есть. Я не знаю, с чем это связано. Ну вот, видимо, особенно с движка, он заточен подходу, сука, под консольщиков на 60 FPS, блядь. Это реально так. Блядь, надо падать. Только надо бомб скинуть, чтобы сервак упал. Не знаю, даже не в курсе. Я хз. Привет, Сергей, да нормально. До ядерки надо еще киллов 6 сделать. В игре сейчас выше 100 тысяч игроков, и серверкам поплохело. Ну, да. Бля, вы два бойца. Сейчас пойдем полигон мериться писюнами. Давайте не сритесь там в чатике. Я все вижу, даже если я играю. А то будете биться на кожаных шпагах. И... будете искать потом сильнейшего в полигоне. Не надо сраться. По-моему, рядовать бан за уязвимость серверов. Да, бан дали не за уязвимость серверов, а за умышленный... Короче, за то, что они умышленно роняли сессии. Вот за это бан. Не то, что сервак говно, и они один раз его уронили, а за то, что они... намеренно это делали там на протяжении какого-то времени. Специально. И, ну, типа, тупо ржали, блядь. Типа, а, сервак упал, а, сервак. Ебать, а кто это нахуй сделал? Нихера он там сидит. Это тот леопард, видимо, которого я видел, да? Это мне въебал кто-то, слушай. Сзади, походу. Ах ты, сука, говно, блядь. Ну вот пиздец. Ну смотри, оно, бля, сидит вот тут. Ну не тварь, аля, сука. Как его заметить? Вот что это, блядь? Это бульдог. Судя по урону. Хорош, хорош, хорош. Убил говноеда, блядь. Да. Да я ничего не говорю. То, что ты, не ты. Просто я тебе говорю, не сритесь просто, и все. Да, сиди там, ебун. У них Тима проебывает.
Лучшая реализация P8. Одного своего, еще и Порша. И нашу харишку. Бесполезную. Привет, Александр. Ну, кстати, с пятитонки фризов почти не было. О. Пробил борт. С пятитоночки-то вообще нормально было. А вот когда тип кинул там пару бимп на каком-то реактиве. Вот там было, да. Да. Опа, дорогой. Увы, да нет. Газуй давай назад. Хули ты встал? Опять увы, да нет. Ну ёб твою, блядь. Сука. Аккумулятор сел, да. Жестко. Вот это прям показательный бой, ну, потому что вот как раз на нем понятно, как тяжи страдает, блядь, пиздец. Просто тяжи реально страдают. Ну, ты ничего не успеваешь сделать. Ты резаешь на тяже, доезжаешь до центра карты, а ЛТ убивает тебя в борт. Понимаешь? Потому что он уже объехал фланг, и он просто ждет тебя. И ты ничего не можешь сделать, потому что не хватает скорости. Надо апнуть им скорость. Тяжем, это, блядь, вымирающий вид. На них никто, блядь, не играет. Ну, только играют немцы. Ну, вот и все. Вот у нас была тима, да? Американцев, да? Там не было тяжей, типа, там было два тяжа. Один 34-ка, второй 29-ка. Все. Они испарились просто. Их там нет. На них никто не играет. Тем более первым респом. Ну, типа, последним респом, как вариант, брать можно. Но первым, я хер его знает. Вот такое. На любителя.